Подозрительный лиц называется. Что-то нынче мне не спится, что-то чувствует нутро. Подозрительные лица ходят, бродят по метро. Я в вагон зашел, о боже! Странно, но средь бела дня подозрительные рожи собрались вокруг меня. В телек глянул, там Пригожин, лыс как зэк, и понял я, подозрительная рожа, он и вся его семья. Я рванул на отдых в Ниццу, 20 суток и 2 дня подозрительные лица окружали все меня. И в правительственном часе та же самая фигня. Все министры вызывают подозрения у меня. Я про Кремль писать не стану. Знаю цену я словам. С башни звездочку достану, подарю на память вам. Такая девушка есть на хохмодроме, Наташа Киселева, она написала «До встречи с тобой» называется. «Я до тебя была красавицей, здоровой и самоуверенной. Такие ведь мужчинам нравятся, но я ждала тебя намеренно. Теперь хожу по поликлиникам, и лоб морщинками отметился. Смотрю на лоб, на мир со злобой циника, а ты мне, гад, так и не встретился». Ответ, пародия. «Когда была ты раскрасавицей, не подходил к тебе намеренно. Боялся я с тобой не справиться, хоть понимал, что это временно. Сейчас же ты по поликлиникам, на лбу морщины, складки свесились, искались я улыбкой циника. Как хорошо, что мы не встретились».